В здоровом теле здоровый дух. В Ялте прошла социальная акция в рамках программы мероприятий года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На главной улице города было установлено 5 шатров здоровья, в которых желающие могли измерить показатели давления, веса, узнать коэффициенты массы тела и получить рекомендации по профилактике и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Ялта – бывшая всесоюзная здравница, место особенное и о многом говорящее. Организаторы специально выбрали этот город-курорт для проведения акции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь все что угодно в форме сердца – и рисунки на асфальте, и шарики. Активную позицию заняли, как и подобает будущим врачам, студенты-медики. Массовая разминка, измерение давления и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Болезнь легче предотвратить, чем лечить. Это знают все, но мало кто следует этому правилу. Курение и алкоголь, к сожалению, пользуются большей популярностью, чем занятия спортом. Чтобы эта проблема не оставалась в тени, нынешний год в России объявлен президентом Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Программа очень актуальна, потому что я уже говорил об этом. В структуре смертности мы занимаем первое место. Если в Украине это было 67-68%, по России это порядка 53%. Значит, если мы говорим о смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, в среднем это 718 на 100 тысяч населения. Это очень большие показатели. Чтобы эти цифры пошли на убыль, в Крыму пропаганду здорового образа жизни собираются вывести на более высокий уровень. Главное подспорье в этом – подобные мероприятия. Артем Артеменко, Время новостей, Ялта.